Югра включается в реализацию госпрограммы «Цифровая экономика». Ее векторы определили на совете при губернаторе Югры по развитию информационного общества. В округе планируют сконцентрироваться на развитии так называемых перспективных и прорывных сквозных цифровых технологий и созданию условий для их возникновения. Речь, к примеру, о таких технологиях, как большие данные. Это технологии обработки больших объемов информации. Нейротехнологии, искусственный интеллект, технология беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности. Совершенствовать цифровые компетенции будут в разных сферах. В сфере здравоохранения в первую очередь это внедрение электронного медицинского документа оборота, подключение к федеральным сервисам личного кабинета «Мое здоровье». Необходимо, чтобы в ближайшие 2 года в Югре было завершено формирование единого информационного пространства по обмену данными между медицинскими организациями.